20 декабря в Одинцовском округе откроются традиционные елочные базары. Уже определены точки продаж на муниципальных землях. Они будут по трем адресам в Одинцово. Также елочные базары разместят на земельных участках, которые находятся в частной собственности. Все они будут работать без прерывов и выходных, вплоть до новогоднего вечера. Все места продаж оформят в едином стиле проекта «Зима в Подмосковье».